так, как могу, буду высмеивать тех, кто стоит на пути развития моей любимой России. Все равно обратно не пустят. Значит, смотрите, песню про нашего президента исполняет Светлана Лобода. Друзья, нашел для вас интересный товар, машина для дозировки питьевой воды, автоматический дозатор, не выливается из тяжелых, громоздких бутылок. Высота 15 сантиметров. Юморист Максим Галкин вмешал политику в выступление на концерте в рамках израильских гастролей. Выйдя на сцену, экс-ведущий Первого канала одной из сценических масок выбрал образ певицы Светланы Лободы. В этом облике он коснулся сразу двух тем – запугиванием вооружением американцев по местному ТВ и тексты российских пропагандистов о рае для граждан РФ. Видео выступление появилось в телеграм-канале. Вначале юморист шутит, что возвращение в Россию ему гарантировано по пословице, потому что монетку он там оставил в размере пары миллионов. Он предположил, что стоит посвятить песню Владимиру Владимировичу, но он сомневается, что его даже в таком случае разрешат вернуться на родину. Вообще-то, знаете, вот есть же такая примета. Если бросил монетку, обязательно вернешься. А я там пару миллионов бросил. В общем. После этого Галкин переключился на пародию над Светланой Лободой. В тексте песни, которую он исполнил от ее имени, на музыку «Твои глаза», президент России называется мессией, который возродит Россию. По данным сайта по продаже билетов, все места на июньские шоу Галкина в Израиле полностью проданы. Ранее артист сообщал о 16 концертах в рамках гастролей.